неоднородном поле. А вне катушек Гемгольца поле неоднородное, конечно. На контур с током действует отличная от нуля сила. Причем, если размеры контура малы по сравнению с той характерной длиной, на которой существенно меняется магнитное поле, то воздействие магнитного поля на контур с током можно описать одним единственным параметром – его магнитным моментом. Общая формула, определяющая силу, действующую на контур с током в неоднородном магнитном поле, в этом случае такая – сила есть минус вот такой оператор, магнитный момент на оператор Набла, и применяется этот оператор к вектору индукции магнитного поля. На нашем рисунке ось Х направлена слева направо, поле по величине убывает в направлении оси Х, здесь силовые линии поля B реже, чем вот здесь. И вот он контур с током. Для этого случая формула упрощается и может быть написана вот в таком виде. Здесь стоит производная dBx по dx. У нас поле в направлении оси x убывает, поэтому это производная отрицательно. Значит, обратите внимание, если вектор P магнитного момента направлен по полю, то есть PmX положительно, dBx по dx отрицательно, fx отрицательно, то есть сила, действующая на такой контур с током, направлена налево. Можно сказать независимым от выбора системы координат способом. Если вектор PM направлен по полю, то контур с током втягивается в ту область, где индукция поля больше. Если развернуть магнитный момент в противоположном направлении, PMX отрицательно, dBx по dx отрицательно, fx положительно, то есть направлено направо. Значит, если вектор PM направлен против поля, то контур выталкивается из той области, где поле больше, втягиваясь в ту область, где поле меньше. Все это можно посмотреть на данной установке. Катушка подвижная, которая может ездить по направляющим рельсам, находится не между катушками Гемгольца, а в сторонке. Здесь поле неоднородное. Включаю ток в катушке Гемгольца, включаю ток в этой обмотке. Да, в предыдущей демонстрации мы убедились в том, что ток по катушкам Гемгольца течет от вас ко мне, и поэтому магнитное поле направлено налево, в направлении вот этой красной стрелки. Значит, сейчас, если написанные на доске формулы справедливо, катушка должна втягиваться в область, где поле больше, вот сюда. Ну, так оно и есть. Теперь я выключу ток в катушке, разверну ее вот таким образом. Теперь вектор магнитного момента направлен против вектора индукции B. Ну и включим ток. Катушка движется туда, где индукция магнитного поля меньше, как и положено.